Привидения приходят в полночь. Житель Челябинска уверяет, что во время ночного дежурства к нему приходит странная сущность. Причем мужчина подозревает, призрак – это душа его умершей сестры. Полночь, парковка у офисного здания на братьев Кашириных. Охранник видит на мониторе странное свечение. Белое пятно мелькает у объектива камеры. Причем, по словам работника службы безопасности, это случается в одно и то же время в его дежурство. Мужчина подозревает, это может быть дух его недавно умершей сестры. Видимо, она хочет попросить у него прощения за семейные разногласия. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей говорят, ничего паранормального в этом нет. Камера лишь зафиксировала полет насекомого, к примеру, мотылька.